Член жюри проекта «Голос», человек, которого называют отцом русского рока, дал концерт в Грин-центре. Александр Градский во вторник вечером собрал полный зал. Верим этому певцу, любим и хотим послушать. В детстве слушал первую 45-ку, она была на стихи Роберта Бернса. Душевностью своей, талантом, голосом, манерой поведения, ну всем. Выступление перед залом певец, композитор и автор песни начал, по его же выражению, с интеллигентского трепа. Градский вспомнил о прошлом приезде в «Орел». Сообщил, что гастроли прекращает, много работы в Москве, а также упомянул о том, что сейчас завершается постройка театра Градского в Замоскворечье. А ездить — это утомительно. Для людей пожилого возраста это очень тяжело. А я человек глубоко пожилой во всех смыслах. Сдерживать порывы уважения и радости публика не могла. Цветы на сцену потянулись еще до первой песни. А, вы сразу же, чтобы потом не бегать. Музыкальная часть выступления началась с композиции, которая, по убеждению Градского, и дает ему право выходить к зрителю. Как молоды мы были, как искренно любили. Дальнейшие два часа звучали лучшие песни. Так, кстати, программа и называлась. В концерт вошли самые яркие фрагменты разноплановой музыки, которую артист исполнил за всю свою сценическую жизнь.